дни, недели, месяца и годы, и к столетиям так недалеко. Время уплывает, словно воды, и века в них тонут глубоко. 2000 лет пролетели, отражение Господа Христа, лишь слова, что нивы побелели, и теперь звучат подобно, как тогда. Время привыкли, перестали верить, что Христос сегодня при дверях, ну а жизнь пути земные мерит, ускоряя к вечности свой шаг. Только время, 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 кто бы мог уразуметь его, кто бы известил все свои стремления, научился бы ценить его. Ведь для нас не просто так последним, как оно сегодня названо. Осмотрись, задумайся, исследуй. Многое сбывается, сбылось. Многое свершается и в мире. Подтверждает верные слова. Только люди стали суетливы в это время больше, чем когда. Позабыли, что пред ними вечность, увлеклись заботой о земном, а в сердцах неверия, беспечность, сребролюбие, корень всякий зол. И как усыпление долина, мир пред взором путника лежит. Отдохни, вот здесь ручей маслина, шепчет враг под хитрой маской лжи. Отдохни, покой и здесь приятень. Хочешь ли, для плоти все найдешь. Поживи, понаслаждайся, и тогда ты о душе заботиться начнешь. Ах, оно обманчивое время, формою обрядностью полно. Как угасли чистые стремления, и святое все упразднено. Так и было б, только время мчится, скоро все пристанем пред Христом. С чем придем, чтоб перед Ним явиться? Ну, а если вовсе не готов, если где-то там, внутри глубоко, что-то душу томит и гнетет, если совесть, чувствуя пороки, не жалеет встречи со Христом. И лишь время чувством не внимает, счастлив, кто уразумел его, и Писание нас предупреждает, будь всегда, во всякий час готов. Время есть с Иисусом примириться, время приготовиться давно. Время, что под сердце потрудиться, время, о, как коротко оно, и пройдет, исчезнет в мгновение, будто бы и не было его. Рассмотри и взвесь свои стремления. Чист ли ты, свободен ли, готов? А Иисус не возвращается на землю, не спешит, чтобы забрать своих. Потому так все беспечно дремлют, временем не ставши нами дорожить, чтоб потом не плакать нам и не терзаться, вспоминая прошлое с тоской, чтоб за дверью нам не оказаться, время дорожить своей душой. Аминь.